Значит, мы с Алексеем Журавко, это экс-нардеп украинский, мы с ним связались относительно того, неужели правда современная украинская власть может до последнего украинца, да, воевать за свои какие-то вот такие космополитичные интересы, да, а потом куда-то уехать там и развлекаться, проводить остаток своей жизни. Он нам ответил, давайте посмотрим. Во-первых, они боятся справедливого возмездия и попасть под трибунал, под суд. Ну и плюс страх у них. А выживут ли они после того, как зайдут, как они называют, русские оккупанты, в кавычках. Поэтому это естественный страх. Представьте себе, сколько они преступлений наделали, да? Каждый чиновник, будем говорить, среднего уровня, высшего уровня, каждый с 2014 года считает, что они в крови по локоть. Они же отдавали приказы, они подписывали преступные распоряжения. И в областях есть такое, и в Киеве, и так далее. Они создавали тюрьмы создавали наподобие Гуантанамо. Да? Они давали команды стрелять, они создавали бандформирования, они поддерживали нацизм на Украине. Вот и все. Поэтому они и боятся. Ну и потихоньку начинает доходить до ихних голов, что ни Европа, ни Америка, ни Англия на самом деле не ждут их.